Привет, всем! Вы на канале Нурлайф. На этом видео расскажу про кэшбэк-сервис Tibis One. Вот сходил по магазинам, продукт купил в магазин Магнит. Вот. Продукт купил в Магните, сходил на 2270 рублей. Вот этот чек сейчас я сфоткал и закинул в компьютер. Сейчас вместе с вами добавим вот этот кэшбэк сервис мощи. Вот кнопка. Дата сегодняшняя, 14 набираем. 14 нажал. Флажок Россия. Я живу в России. Вот. Пишем. Подождите. Нажимаем фото. Открываем папку чеков. Смотрим. Я тут два чека сфоткал. Нет, это 75 рублей. Это следующий. Вот он. Выбираем. Добавляю. Сумму чека пишем теперь. 2270. Вот. Сумму чека. Сегодня сходил магазин по продуктам, вот пришел и буду добавлять, все добавил, пополните депозит, покупка выходит за рамки вашего депозита, на июне будет начислен, понятно, выбираем следующий, выбираем добавить, следующий чек, уже 14. Выбираем Россию. Прикрепляем фото. Вот. Сумма чека 75 рублей. Сумма чека 75 рублей. Сходил тоже в магазин. Тоже там же, только в другом магазине. Добавляю чек. Все. Покупка успешно добавлена, друзья. Вот таким образом, друзья, я себе сперва наливаю кофе. Наливаю кофе себе. И чеки свои добавляю в кэшбэк сервис Tibis One. Вот. Кэшбэк сервис Tibis One. Прежде всего регистрироваться надо в Финика компании. Я оставлю под видео ссылку свою реферальную. Вот. Сперва надо регистрироваться, потом спуститься вниз. Вот так. Вот таким образом. И открыть настройки вот сюда, вот здесь. Видите, друзья, настройки? Открывается настройки, и там пройти надо будет верификацию с паспортом. Например, паспорт держите так, и кто-то вас сфотографирует. Или перед зеркалом встаете, сами себя сфотографировали на 4К. Вот, сфотографировали, закинули на свой компьютер и через компьютер уже верификация проходит. Отправляете на обработку свои фото, свои данные и все. Сейчас говорят, верификация проходит за 5 минут. А когда я проходил верификацию, вот, тогда было
за 4, да, 3, 3,5 часа проходил верификацию. Проходит за 5 минут верификация проходит. После верификации пополняете счет, депозитный счет пополняете за 100 баксов или за 8 рублей. 8 рублей, 8 тысяч рублей. 8 рублей, 8 тысяч рублей ложите на кошелек электронный, на любой кошелек, Payeer или Покаж, или, вот, или на биржу, где продают биткоины. Обмениваете свой 8000 рублей на биткоины и потом ложите сюда, на этот депозит. Понятно, друзья? Этот счет, все счета тут на биткоинах. Таким образом, все чеки провожу через кэшбэк сервис и получаю кэшбэк от 15 до 25%. Вот она, кэшбэк, вот тут внизу. Видите, друзья, ваш кэшбэк 15%. И плюс от депозита каждый месяц 6% приходит. Разными долями 6%. Вот тут внизу пишется даже. Вот. Начисленный кэшбэк 287 центов. Процент по депозиту начислено 197, 13 апреля, 23.55. Видите, друзья, все пишется. Приходят кэшбэки. Тут еще одна интересная фишка, друзья. Вот я добавил сейчас свой. Сегодня сходил за продуктами, добавил свой чек. И этот чек будет работать на меня теперь 5 месяцев. Апрель, май, июнь, июль, август. Вот, 5 месяцев будет работать, друзья. В течение 5 месяцев вот этот чек мне будет приносить 15 и 25% разными долями. Фишка, друзья. Интересно, да? Видео. Любой чек пойдет, не только продукты, но и от заправки пойдет, и коммунальные услуги тоже. Ну все, пока, друзья.